Здравствуйте, я Маркус Лей, мне 33 года, и я инженер по установке, сервису и обслуживанию систем отопления компании Hubert Mauer в Готтенхайме из Южной Германии. Сегодня для обеспечения безопасной и эффективной работы системы отопления я собираюсь выполнить техническое обслуживание и произвести измерение дымовых газов с газоанализатором теста 330 LL. Прежде всего, я надежно и просто креплю теста 330 LL к котлу с помощью магнитов на задней стороне крышки прибора. Затем я подключаю зонд отбора пробы дымовых газов к байонетному разъему в нижней части прибора. Теста 330 LL включен, и начинается процесс обнуления и калибровки прибора. Благодаря наличию в приборе клапана свежего воздуха, зонд отбора пробы может быть уже установлен в дымоходе во время процесса обнуления. Я снимаю крышку котла, чтобы иметь возможность подключить теста 510 для измерения давления газа. Перед подключением теста 510 я перекрываю газовым краном подачу топлива в котел. Затем я откручиваю винт измерительного штуцера давления газа и к нему с помощью силиконового шланга подсоединяю манометр теста 510. Благодаря магнитам на тыльной стороне теста 510 я могу прикрепить манометр непосредственно на котел. Далее я включаю теста 510, открываю газовый кран и возобновляю подачу газа в котел. Сейчас я собираюсь запустить котел для того, чтобы возможно было измерить давление газа при работающей системе отопления. Как я вижу, давление газа в норме, и система отопления при таком давлении газа может надежно работать. Благодаря дисплею с подсветкой в теста 510 я могу четко и разборчиво считать с него значение, даже в условиях плохой освещенности. Сейчас я выбираю пункт в меню «Дымовые газы», затем выбираю вид топлива. В нашем случае это природный газ. Затем я начинаю измерение дымовых газов с помощью газоанализатора и легко определяю необходимые для проведения замеров положение зонда отбора пробы в дымоходе благодаря заложенной в теста 330 LL специальной функции визуализации горячей точки. После того, как я нашел оптимальное положение для зонда отбора пробы, я ожидаю, пока котел будет работать в течение не менее 2 минут при полной нагрузке, а затем зафиксирую показания газоанализатора. Теперь я останавливаю измерение. Я могу считать следующие значения. Значение углекислого газа CO2 оптимально. Значение угарного газа CO равно 0 ppm, что является превосходным результатом. Потеря тепла с дымовыми газами 2,2%, вследствие чего КПД системы 97,8%. Я хотел бы использовать пример расчета, чтобы проиллюстрировать важность измерения дымовых газов. Давайте предположим, ваши расходы на отопление 3000 евро в год. Если КПД системы отопления снижается на 3% из-за отсутствия периодического технического обслуживания, то это будет стоить вам дополнительные 90 евро в год. Для документирования измеренных значений я распечатываю их с помощью беспроводного инфракрасного принтера. После окончания сервисных работ я проверяю герметичность газовых фитингов с помощью теста 510. Для этого я отключаю котел и закрываю газовым краном подачу в него топлива. Давление газа, подведенное к котлу, должно оставаться стабильным без значительных скачков роста и падения. Техническое обслуживание завершено. Благодаря новому тесту 330 LL я смог измерить и задокументировать все наиболее важные параметры. Это гарантирует надежную и эффективную работу системы отопления. Большим преимуществом в тесте 330 LL для меня являются долговечные газовые сенсоры Long Life, благодаря которым газоанализатор длительный период времени не требует технического обслуживания, а сенсор CO защищен от слишком высоких концентраций угарного газа функцией разбавления пробы свежим воздухом. Это экономит мне массу времени и денег.